Для того, чтобы получился красивый вытопленный жир и полезный, я его порезала, потому что там почечный жир в основном. Я на это добавлю, здесь сколько, грамм 800, 10 грамм соли и где-то 300 грамм воды. Жир должен сначала закипеть и под закрытой крышкой хорошо провариться. Он когда хорошо проварится, он потом вкусный, как сливочное масло. Вот так кипит, кипит, варится и одновременно выделяется жир. И буду варить до той степени, пока вода выветрится, но при закрытой крышке. Когда вот не совсем еще прожарился, я вот так вот сливаю его. У меня чашечка специальная есть. А потом переливаю в бутылку. Я заливаю вот так вот в баклажку. И она когда застывает, вот такой продукт конечный получается. Можно использовать везде. Я и овсяно-блин на нем жарю, и яйки на нем жарю. Отличный. Этот экологически чистый, полезный продукт. Эти сильно я не дожариваю. Я их тоже использую потом. Сейчас я все вот выключила. Выключу. Я вот это выключу. Я их сильно не дожариваю. Потому что эти выжарки я тоже использую. Как-нибудь покажу, как я их использую.